Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья, хорошего настроения и добро пожаловать на рыбалочку. Сегодня у нас стоит морозец, примерно минус 20 градусов. Дует восточный ветерок, снежок. Я приехал на пруд с палаточкой, чтобы попробовать посидеть, половить на поплавочек. В общем, прибыл я на точку. Сейчас просверлим лунку, посмотрим, есть ли тут рыба. О, есть сорожка. Плавает четко, она тут всегда живет. Сейчас просверлим пару луночек и посидим, половим. Сейчас сразу же сухариков накинем туда, потом уже будем палатку ставить. Так. И вот так. Палатка у меня самая обычная. Зонтик. Пойдет. Красота. Лопата, ребят, конечно, на рыбалке вещь. Я поэтому как бы это таскаю ее разборный. Черенок воткнул. И все. Ну и все. Фух. Значит, ребят, рыбалку я буду начинать вот с этой вот удочки. Изготовление ее у меня уже на канале есть. Можете, если кому надо, посмотреть. Эта снастка здесь у меня так называемая убийца плотвы. Значит, в чем она заключается, убийца это плотвы. Название я придумал не я, ребят, так что ко мне претензии можете не предъявлять. Посмотрел я эту снасточку в интернете. Значит, смотрите. Вот идут у меня... В оригинале, значит, какая была оснастка? Был вот этот вот грузик на отдельном поводочке. И отдельно был крючочек. То есть грузик на дне, получается, лежит, и крючок рядышком. Сорожка подплывает, берет мотылька и идет спокойно гуляет. Вот. И потом, получается, передается все на поплавок. Вот. Но у нас здесь сорога очень такая, как сказать, хитрая. И поэтому, когда когда рыбачишь, да, и она берет мотылька, ведет в сторону, она чувствует сопротивление поплавка. Вот. Потому что здесь, получается, она уводит его в сторону и намного больше сопротивления поплавок дает. Вот. А я поставил еще дополнительную дробинку, которая поплавок окружает. То есть у меня получается вообще минимальное сопротивление для рыбы. Да, кстати, хотел поделиться, вот коробочку еще себе приобрел, давно хотел. В общем, палатки, когда рыбачу, частенько бывает такое, то что коробка с малинкой упадет, малинка просыпется, а тут как бы все на колени, все толково. Ну и что-то рыба плавает, она поплавок пока клевать не хочет. Окуней много приплыло. Сейчас попробую на безмотылку.
Ой-ой-ой-ой. Какой акунина попал. Смотрите, качу. Ну как. Она поплавок ни шиша не хочет клевать. Опа! Вот она и клюнула. Вот она. Смотрите, парни, какая здоровенная взяла. Ё-моё, засосала, как я, короче, все это заснял. О! Чебачина какая. Ну как. Высидел. Ты ж перепутал все на свете. Бонус. В общем, ребят, я уже минут 40, наверное, сижу, смотрю вот мультики, которые у меня на дне происходят. Рыбы на дне нет. В общем, решил я время не терять. А пока светло. Идти рыбалить рядом с сверлитунки. Какая красота, ребята. Ой-моё. Ни души, никого. Ну, подмораживает, конечно, конкретно. Сейчас где-то уже, наверное, вот ветерок еще. Но двадцаточка-то есть 100%. Руки моментально прихватывают. Ну как. Вот, пожалуйста, дорога на безмотылку, в глухозимье, без прикорма. Сидел в палатке до этого, понимаете? Чего я там ловил, не знаю. В любом случае, мне кажется, что безмотылка это гораздо интереснее, чем высиживать штаны в палатке. Но, как бы, рыбалка в палатке, это, конечно, рыбалка в комфортных условиях. Вот это, ребята, клюнул. Я таких еще никогда не ловил. Вот это да. Давай, беги. Ой-ой-ой. Ершина, смотрите, какой попал. Мутант. Мутант. Ух ты. Ой-ой-ой. О. Пойдет. Я и говорю. На одной лунке мелкий клюет, на другой покрупнее. О, клюнула. Клюнула, родимая. Вытряс я ее все-таки. Да? Ой-ой-ой-ой. Ты что за рыба? О. Солидно. Солидно. Давай.
Так они здорово тянутся, сопротивляются хорошо как. Оп. Ох, вот это, ребят, сорожка попала. Капец. Смотрите, что. Просто в топке. Блин. Рыбалка сегодня, конечно, огонь. Так, надо ее открыть. Сейчас. Мы тебя отцепим. Давай. Мотай. Ребят, провел я сегодня просто шикарный день на свежем воздухе, надышался, прям очень хорошо дышится. Сегодня погода где-то 18-20 градусов, ветерок дует восточный. Ловил я сегодня на поплавок, ловил я сегодня на безмотылку. И должен сказать то, что своей любви я все-таки не могу изменить никак. Люблю я безмотылку, уважаю эту снасть, потому что это постоянный поиск, потому что это активная ловля. Как показывает очередной эксперимент, ловля эта достаточно добычливая по сравнению с поплавком. Да, конечно, в ловле на поплавок есть свои плюсы. Ты сидишь в палатке, ты сидишь в тепле, а если под твоими лунками стоит достаточно большое количество рыбы, то ты хорошо ее ловишь. Но тогда, когда приходит глухозимье, я считаю, что все-таки начинает рулить активный поиск рыбы. Особенно на тех водоемах, где рыба абсолютно никак не хочет становиться на прикормку. Даже несмотря на то, что рыбка сегодня клевала не крупная, тем не менее, ловили мы ее с вами на тонкую лесочку, и оказывала она очень хорошее сопротивление. У меня на этом все. Всем вам крепкого здоровья, берегите себя и близких. Увидимся с вами в следующих видео.